Физкульт, привет, друзья! Сегодня пятый день тренировок, и сегодня взрывная работа. Необходимо сделать 5 подходов к турнику и к брусьям. На турнике что мы делаем? Необходимо поднять себя до уровня груди, то есть занести перекладину до уровня груди. Вот таким образом. Ну, максимально возможно, сколько это получится у вас, так и нужно делать. Я сделал, у меня 10 получилось. 11 уже не смог довести, занести, поднять себя до этого уровня. Поэтому 10 для меня было достаточно. Вы выбираете, исходя из своих возможностей. Также можно делать на брусьях, тоже нужна взрывная работа. Выпрыгивать нужно вверх. Если длинные брусья, то прыгаем на брусьях, до конца доходим. От одного конца до другого, потом разворачиваемся и в обратную сторону. Это и есть один подход. Всего 5 подходов, еще раз повторюсь. После этого делаем на каждую руку, висим до максимального значения, максимально возможно на одной руке на перекладине, и потом на другой руке. Так, 3 подхода. Затем мы добираем просто 3 подхода, 75% от максимума. На перекладине подтягиваемся и на брусьях то же самое делаем. Вот такая работа. Все, покажу, что нужно сделать. Поехали. Достаточно. Пока продержался. Сорок? One, two, three, four.
друзья, вот такая тренировка получилась, рабочая, хорошая, взрывная. По поводу отдыха не сказал, необходимо отдыхать до полного восстановления, где-то 3-4 минуты будет достаточно, и начинать следующий подход. Количество раз также выбирайте под себя, исходя из своих физических возможностей, и все будет нормально. Вроде бы все сказал, желаю удачи, выполняйте эту тренировку и будьте сильнее. Всем пока, до следующего раза.